Доброе утро, сынок. Так не воду, надо же залить там мыльные пузыри. Надо купить сегодня большую эту, да? И залить. Ну ты оттуда прям залил. Ну там же уже, наверное, что у тебя намешано все подряд. Тут же намешано уже все подряд. Там же, наверное, вода, а не пузыри. Да? Угу. Купить новую такую, да? Да. Люкси. Да. Ну что, у нас завтрак. Мы с Афонькой приготовили что? Ай-яй-яй, я понял! Рассказывай, Афонь, что мы приготовили? Гренки. Гренки. А вы расскажи кровать по-английски. Гашаришки. Да, это тут не будет работать. Вот, видишь, здесь дырки? Для того, чтобы вода. Опускаем. Вот сейчас постепенно будет чуть-чуть вода. Можно отсюда наблюдать, как это наливаться начинает. Вот как фонтанчики. Тебе видно, Афонь? Да. Гришино изобретение. И я буду держать, чтобы полностью не ушло, чтобы вот эта вот рыба не могла уж идти. Вот. А теперь, Афонь, отходи. Угу. Это как поливалочка. Сразу вода сама сливается и сама наливается. Угу. Еще бы тут один камушек сейчас добавить, чтобы чуть более тяжелее было. Вот камушек. Сейчас посмотрю, какой да. Оп. О, вот. Хорошая. А на фоф, дай я гляну. Подожди. Сейчас заново давай. А то как-то не увидела самое красивое. Как цветок. Вода, вот это. Угу. Туда наливается, да? Красиво, когда вот так все... А тут даже дырочка в ведерочке, да? Ах ты! Нет дырочка. Есть дырочка. А я думаю, куда все эта вода одевается? И как раз вот этот камушек подошел. Ну да. И прям стоит, не падает. Приготовила обед. У нас сегодня борщик с молодой петрушечкой, с молодым чесночком. Афоня, правда, пришел, говорю, пойдите, нарвите петрушки. Афоня побежал самый первый и нарвал ботвы морковки. Так, все, теперь женится. Кто мне принес травку от морковки, а? Гриша? Да. А ты что принес? Морковку. Морковку? Да. А Гриша что принес? Петрушку, да. Афоня уже каждый день вытирать. Каждый день будешь вытирать? Я буду. Я буду мама так. Ты как мама? Да. Каждый день будешь? Да. Муравейшек как-то. А может, ты еще и борщ приготовишь? Да, а буду... Еще борщ? Да, только зеленый. Да, мы же с Афонькой зашли в Магнит Косметик, купили вот такой вот лоск. Купили таблетки для посудомойки наконец-то. Фейри были вот эти вот за 500 рублей, 48 штук. Мне кажется, очень выгодная цена. Дальше гель для душа. Кто там? Гель для душа, это бальзам, натура Камчатка, уже не натура Сибирька, вот, вот такой шампунь, я Фонька себе вот такой вот шампунь выбрал.
Я проснулась. Когда Фанька дома, я, когда его укладываю спать, все равно ложусь, засыпаю, в общем-то. И меня разбудила Инна. И сейчас говорит, давай сделаем мастер-класс по леденцам. В общем, я тут за 3 секунды сделала вот такие вот леденцы. Вот такие вот. Пойду их сфоткаю. Фанька уже проснулся. Я как раз тут фоткаю леденцы. А он же и кушает, да? Ну как тебе леденцы? Похожи на какой вкус? Муравьишки бегают, да? Гришка пришел со школы, иди сюда, покажи. Первую клубнику сорвал у нас. Покажи клубнику. Вот она. Угу. Круто, ну дирижи с братом-то. Ладно, я сейчас загадаю желание. Какой у меня уже вырос помощничек, да? Поможет маме открыть ворота. И мама вторую, да? Так, только у нас поднимается ветерок, нужно прям хорошо сюда их закопать. Давай я их хорошо здесь закопаю, чтобы не открылись. А то вдруг откроются, когда мы будем выезжать. Да? Все? Пошли садиться в машинку? Пойдем, пойдем. В общем, у нас же сегодня пятница, дети выбрали вот такие вот какие-то пенные прыгунцы. В наборе две перчатки, такие покажи, мыльные пузыри вот в таком. У меня розовая и синяя, Афонь розовая. Покажи, Афонечка, ты тоже уже одеваешь? Так, что нам надо дальше? И что еще у нас? Налить. Покажи. Налить сюда мыльные пузыри, вот эту штуку, потом дуть на перчатку или что? Да. Короче, сейчас будем пробовать. Ой, на ручку. Ух ты, как дуется здорово через эту штуку, да? И теперь что, их можно прыгать даже? На эти перчатки они, ну, не лопаются, да? Они не лопаются! Нет, ну тут-то уже лопаются. Теперь Афонь. Тебе тоже наливать, Афонь? Нет. Ты не будешь? Хочешь эту штуку, ты можешь, где твоя машина, туда же ее прикрутить, и в машину будет дуться, если хочешь. Нет. Тебе помочь, Афонь? Нет. А если на руках, то лопаются, да? Да. А на перчатках они не лопаются, да? Лови скорее. Мама. А, открыть? Да. Давай. Они не лопаются. В общем, опять у нас мыльные пузыри в пятницу, да? А где Мышастовская? А, Мышастовская, он в серединке как раз. Вот. А Мышастовки нет дождя, да? Прикольно. Куда шагать? Да оно быстро рассыпется. Да нет, видишь, над Мышастовкой все-таки будет там. 18:30. Я 18:40 уже не. Мама! Ой. А 18:40 уже уйдет. А 18:40 уже уйдет. Идем гулять. Привет! Идем просто смотреть. Без денег. Идем смотреть цены в нашем лунопарке. Пошлите. Что там у нас? Вон лунопарк приехал. Сейчас посмотрим, сколько надо миллионов, чтобы покататься на этих каруселях. Ту карусельку помню. Цены какие? 100, 100, 100, 200, да? 150. Лебеди 200. Лодочки 150. Аладдин 100. Ну, так, мы на бесплатной площадке. Качели куда-то у нас тут делись. Мышастовка, где наши качели? Одна осталась вообще. Вот как вот, если несколько детей, да? Как им тут драться? Вот. Хорошо хоть эту лесенку не сняли, а Афоня на ней сидит. Я увидел, радует, в моих танцах только
Все, мы с карате пришли. Эй, иди отсюда. Ну что, получается, покажи. Я на лесок уже. Блин, а я на лесок. Открыть сейчас. Рекс! Красавчик наш. Так, Рекс, выходи, не надо. Рекс, выйди, выходи. Да не надо его трогать. Подожди. Это обычные зимние перчатки, да? Нет, не обычные. Это не простые. Эй, бери, бери, бери. Пап, дай.